Смотри лаки-блоки в Майнкрафт, ссылка в описании ролика. А вообще, как так получилось, что мы решили создать свой канал, выпускать на него сериалы по Майнкрафту и быть хоть немного популярными? С чего же все началось? В один прекрасный день мы с Пашей решили посмотреть страшный фильм. Назывался он «Астрал», наверное, вы его знаете. И нас как будто пробило на идею. Мы начали продумывать в своей голове архитектуру дома, страшные моменты, место, где будут происходить эти события, имена героев, сюжет. Каждый день к нам в голову приходили новые идеи. Мы сталкивались с трудностями, которые мешали нам в создании шедевра. Но мы все преодолели. Так, со временем, у нас получился всеми известный и всеми любимый, а самое главное, самый страшный сериал под названием «Проклятие дьявола».